опять на поплавочек. Клюнул вот такой вот. Сипотяга, вытащил его тут. Ой, вообще классно. Так раньше губы на червячка, смотрите как. Вообще все по красоте. Друзья, всем привет! Я музыку выключу. Ну, решил выбраться на рыбалочку. Давно не был на рыбалочке. Время сейчас покажу, друзья, смотрите. 6:37. Рано не поехал, там ни в 3, ни в 2 часа. Сейчас доеду, докуплю, что надо, и поеду на рыбалочку. Попробую половить на поплавок какую-нибудь мирную рыбу. Ну, что будет ловиться, то и будет. Взял я... У меня старый червяк был, опарыша докуплю и сварил перловочку. Буду пробовать на перловочку ловить, потому что, ну, иногда хорошо на перловку ловится плотвичка и другая мирная рыба. Мы сейчас едем, я буду показывать, что да как. Чисто так вот на релаксе, на как бы сказать, на отдыхе, на вообще на позитиве попробую ловить на поплавочную удочку. А там посмотрим, придем, место найдем, не найдем. Выходной день, места всегда надо искать. У рыбаков очень много. Все, друзья, поехали. Друзья, ну что, приехал я на водоем. Народ уже так есть. Народ, видно, расположился я вот здесь вот. Вот мои удочки, две поплавочки возьму. Буду закармливать, буду пробовать ловить. Был на рыбалке, друзья, мусора не было. Вот видите, все кидают в кусты, чтобы не видно было. Ну ладно, бог с ним, с этим мусором. А кормлюсь, начинаю ловить, пока тут поляну накрою чуть-чуть. Вот такие вот у нас дела. Забросил две удочки, друзья. Вот ветерочек поднялся, причем ветра не было, ветер поднялся. А обе удочки я снарядил опарышем. Ой, опарышем, что говорю. Думаю, про червяка говорю. Посадил червяка, положил на дно. Вот эта удочка у меня 5-метровка с дальним забросом. Товарищами так ловят. А это вот у меня 7-метровка, здесь вот в береговой зоне. Сейчас буду замешивать вот такую прикормку. Очень мне она понравилась. Так, вот она, друзья, ее немножко осталось здесь. Это у нас мелко написано лещ-бисквит. Вообще обалденный запах, пахнет печеньем. Сейчас ее будем замешивать. Вот такой цвет она, смотрите. Вот такой цвет, сейчас вот. Покажу. Все, кормлюсь. Сначала я ее, ну, разведу сейчас и минут 10 дам постоять. Ну, друзья, у меня перловочка есть. Я вот сверху перловочки, ой, сверху прикормочки перловки маленькие побросаю. На перловку тоже обязательно буду ловить. Очень хорошо плотва на нее клюет. Но сегодня достаточно жарко будет. Ну, возможно, дожди передали. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Сейчас буду кормиться. Немножко еще постоит. Минутки 3-4. И буду ловить. О, не знаю, что это такое. Небольшой шевеленький. Ну, пускай стоит пока. Ветер достаточно сильный. Поднялась волна. Идет. Ну и я поплавки немножко приподнял. А точнее, грузики у меня лежат на дне. Чтобы не двигалось ничего. Подбросил перловки еще немножко. Блин, ветер прям что-то хороший разошелся. Пока поклевок не было. Ну, какая-то одна была непонятная. Но, может, это не поклевка была. На дне задело. А сейчас попробую я, как она говорится, досажу перловку. Попробую на перловку половить. Где-то закармливал здесь метров, наверное, 8-9. Попробуйте половить на перловку. Садить. Ну, буду пробовать. Опарыш еще есть. Пока поклевок нету. Сейчас был обидный исход. Ну, смотрю вот на эту удочку. На левой береговой зоне. Смотрю, там поплавка нету. И леска натягивается на концевое удилище. Подсекаю все. Есть хорошая рыба. Тащу. И буквально вот, наверное, метр полтора срывается. Блин, что за рыба? Фиг его там знает.
На крючок там, конечно, 14 номер. Думаю, может, не знаю, сейчас попробую. Еще привяжу номер 12 или уже 10 поставлю. Блин, как жалко, друзья. И вот на ближней дистанции тоже несколько поклевок было. А так все, тишина пока. Наконец-то, спустя час я поймал, друзья. Посадил червя, положил на дно поплавочку. Вот на 7-метров клюнул. Здесь 3 поклевки было, друзья. 2 схода, 1 мимо. Ну, там карасик плавает уже. Достаточно хорош. Ну, потом посмотрю, друзья. Досмотрите до конца видео. Потом покажу. Фу, вот так вот. Вообще бросил, практически с лету взял. Прям тун-тун-тун. Притопил и утопил. Дал немножко заглотить. Правда, когда вот уже вынимал, вот сюда вот. Здесь такое вот местечко хорошее, без камыша. Это, оборвал поводок. 0,14, новое, свежая леска, не знаю почему. Друзья, ну вот время 10 часов подходит, с 5-10. Вообще не клюет. Поймал я одного карася, одну плотвичку, все на червя. Пробовал перловку и опарыша, но не ловится, ну не знаю почему. Другую приконку замешал, ну не другую приконку замешал, а с другим вкусом, чесноком, там карась написано, блин, вообще классно. Караси ловится, начинок нравится, но не хочет брать. Почему, не знаю. Ветер у нас то затихает, то не затихает. Сейчас залез в интернет, посмотрел то, что у нас после обеда будет гроза. Может, это, конечно, влияет тоже на погоду. Рыбаков немного, но они есть. Колокольчики у них там звенят где-то. Я их не вижу. Не всех рыбаков вижу. Ну, блин, еще жара у нас вообще невыносимая. Жарко-жарко. Ну, хищник очень много гоняет рыбы. Ну, не знаю, вот я поставил сюда вот заливчик такой небольшой, поплавочек, там плотвичку поймал на червя. Ну и все, а дальний заброс вообще молчит. На дальний заброс 3 поклевки было, а 2 схода. И вот на поплавок я поймал одного хорошего карасика на так, с полкило. Ну, покажу, грамм 400, наверное. Полкило, наверное, все-таки нету. Щурю, солнце прям в глаза светит. Ну, половлю еще. Половлю. Прикормка есть, прикормку надо скормить, ее не домой же ее везти, может что-нибудь еще поймаю. Бывают такие выходы ближе к обеду, вот сейчас ближе к обеду попробую. Давайте, наверное, как-то договоримся, да? Я, точнее, сам с собой договорюсь, до 12 ловлю, если ничего хорошего нету, то сворачиваюсь и поеду домой. Тут у меня, вон, видите, и опарыш, и червь. Так, червяка надо убрать. Червяка надо убрать туда немножечко. Прикормка обалденная такая, вот, знаете, цвет такой есть. Не знаю какой. Напишите в комментарии, какой цвет, я вот не могу определить. Но запах прямо на весь берег. И поставил такие крючочки. 12 номер, самый тон карася. Вот она, перегонка такая и такая. Это вот новенькая, еще оставил немножко сухой, чтобы подбрасывать. Не клюет. Не клюет. Сейчас делаю перезаброс. Ну, знаете как, я каждые 10 минут перезабрасываю. Забросил 10 минут, отмерил и перезабрасываю. Но не клюет рыба. Сижу, балдею, блин. Смотрю на этот поплавочек на левый. Смотрю, правый нет поплавка. Подсечка, удар, блин, думаю, что это такое? Вроде легко идет, сопротивляется. А это окунь, друзья, клюнул вот такой вот. Смотри, сейчас я его положу. Опа. Вот такой окунишко попался. Опа. Ну-ка, не испачкайся. Говорю, хищника много здесь гуляет. Вот такой вот. Ладно, сейчас червячка поменяем. Садок просим. Так, здесь неудобно. Ох. Опа, туда. Опа. Не упал чуть-чуть. Чуть-чуть не упал. Ладненько. Думал карась. Точно странно. Сейчас опять же перенасажу, забрасываю. Блин, поплавка этот, антенка улетела. Ладно, сейчас пойду искать антенку. И клюнул клейка на червя. Червяка, видите, куда сбила? Вот так вот. Он хочет, конечно, карася поймать. Какая-то разнорыбица получается. Плотвичка, карасик, окунь и уклейка. Друзья, опять на поплавочек. Клюнул вот такой. Сипотяга, вытащил его тут. Ой, вообще классно. Так, крач губы на червячка, смотрите как. Еще все по красоте.
тын-тын, и потащил. Почему-то на дальний заброс, но не хочет карась клевать, а там было по-прежнему, сейчас повторюсь и скажу, кто не сначала смотрит, 3 поклевки, 2 карася я вел, не довел, 1 вырвал из пасти, и вот 2 поклевки и 2 карася поймал на поплавочку. Вот видите как. Ну я сейчас нормально обильно закормил, остатки выбросил, потому что больше прикормку делать не буду, еще немножко половлю и все. А там у меня 2 хороших карася, уклейка, плотвичка, кушочек, 5 рыбешек, ну клев плохой, плохой можно сказать. Ну и ладно, зато немножко позагорали, немножко тут даже испачкались. Ну так вот выводишь его, тут вроде ничего, нормально. А видео, наверное, с опозданием выйдет, потому что очень много всяких видосов мне монтировать надо. Вот так вот. Немножко с опозданием, друзья, выходит видео. Ну, кто смотрит, тот знает, да. А так, отчеты, если хотите узнать новости о рыбалке, сначала у меня отчеты в группу ВКонтакте идут, а потом у меня уже на Ютубе выходит. Я езжу на рыбалку, либо в этот же день делаю отчет, либо на следующий день делаю отчетик, а потом уже через несколько дней видео делаю. Бывает даже через 10 дней после рыбалки делаю видео. Ну, не успеваю, да и так надо. Места я не говорю. Говорю некоторые места, где такое, ну, многие знают об этих местах. Об этих местах я говорю. А есть водоемы, где и прессик там не нужен, и мест мало. Вот так вот, вот сейчас за моей спиной я уезжал. 3 дня назад было чисто, все прибирался, все собирал, мусор увозил, какие-то банки, склянки, пачки сигарет, ну не знаю, вот видите, друзья, кто-то приезжал, ловил и намусорили. И знаете, так аккуратно в кустике, чтобы не видно было, ну, видно. Ладненько, долавливаем. Ну что, друзья, буду заканчивать. Сейчас облачка какие-то пошли темные, надо еще убираться, потому что ехать по глиняной дороге. Вот такая коротенькая рыбалка. Сейчас покажу время, сколько. У нас время ровно 11 часов. Приехал я сюда где-то 7:30, без 15 где-то начал рыбачить. Поймал 2 карасиков, плотвичка, окушочек, уклеечка, 5 рыб. Ну, карасики хорошие, добротные. Обязательно их пожарим. Карасик очень вкусный. Ну, жена там придумает, либо сметану сделать, либо так, просто с корочкой. Пробовал перловку, пробовал червя, пробовал опарыш, все поймано на червя. Другая наживка, как в предыдущей рыбалке, я ловил на перловку, классно ловилась плотвичка, густерка ловилась, чисто только на перловку. Перловка и опарыш сегодня не работали, только червя. Так, в принципе, рыбалка довольна, все хорошо, отдохнул, немножко позагорал, жарко было. А сейчас у нас еще такие грозовые тучки идут. Ну, давайте покажу вам уловчик. Я вынимать пока не буду, садок. Корешка, чтобы свежий был. Ой-ой-ой. Ну-ка, давай. Вот там. Ну-ка. Смотрите. Смотрите, какие здоровые лежат, друзья. Меня всего обрызгали. И камеру тоже обрызгали. Ну все, друзья. Кто смотрел, спасибо. Ой-ой-ой-ой. Скользко, грязно. Спасибо за лайкосик. Новое видео, новая рыбалка будет, друзья. Давайте пока-пока, до новых встреч. Сейчас собираюсь, потому что дождики чувствуются, начнется. И поедем, чтобы не застрять. Пока-пока.